В России могут ввести новое ежемесячное пособие для семей с детьми. Его размер – 10 тысяч рублей. Такой федеральный законопроект рассмотрели на заседании Совета парламента. Согласно инициативе, выплата предусмотрена на каждого ребенка до 18 лет. Также пособие подлежит индексации на индекс роста потребительских цен не позже 1 февраля очередного календарного года. Говорили и о необходимости ввести ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Суммы предполагаемых штрафов разные – от 500 до 5000 рублей. Следующая парламентская сессия состоится 25 февраля.